Серафина – первая поп-звезда Рунтерры, наделенная магической эмпатией. Она слышит души людей и со своей хекстековой сцены может пробудить в них самые глубокие чувства. Ее мечта — объединить Пилтовер и Заун силой музыки. Это музыкальный маг средней линии, чей потенциал раскрывается благодаря союзникам. Берегитесь, мечтательная певица разогревается. Добро пожаловать в обзор Серафины. Перед пассивным умением рассмотрим базовые. Q выпускает заряд, наносящий магический урон в небольшой области. Урон зависит от недостающего здоровья цели, что медведь на ухо наступил. W дает ускорение и щит Серафине и союзникам поблизости. Если у нее уже есть щит, она всех лечит. Ух, сколько музыки! Постараюсь не отвлекаться. Соберите больше союзников, чтобы показать им живительную силу музыки. В унисон! Е — это звуковая волна, которая наносит урон и замедляет. Пусть ходят по струнке. Если враг уже замедлен, он обездвиживается. А если на него действует жесткий контроль, он оглушается. Гвоздь программы. Даже в хаосе можно найти ритм. А теперь ремикс. Пассивное умение состоит из двух частей. Первое — эхо. Каждое третье базовое умение применяется дважды, синергируя с самим собой. Второе — Q нанесет больше урона, ведь у врагов будет меньше здоровья. Отраженное W ускорит, даст щит и вылечит. Три в одном. Отраженное E замедлит и обездвижит. Враги сразу запоют по-другому. В ритме этой музыки живу я. Теперь второй пассивный эффект. Применяя умение, Серафина создает по одной ноте за каждого союзника поблизости, вплоть до 4 нот на друга. Они увеличивают дальность и урон ее следующей атаки. Накапливайте их и обрушивайте на врагов целые симфонии. Концерт окончен. Приходите на следующий. И, наконец, R очаровывает врагов на прямой линии и наносит им урон. Аплодисментов не нужно. В выступлении участвуют все. Попав по союзнику, вы накопите 4 ноты. Кроме того, каждое попадание по чемпиону увеличивает дальность умения. Это вы потрясающе. Для выступления Серафине нужна публика. Она предпочитает не задирать врагов, а убивать миньонов. В этом поможет двойной Q. При каждой возможности помогайте союзникам. Вторгайтесь в лес и отправляйтесь в гастроли на другие линии. Чтобы покорить хит-парады, грамотно чередуйте умения. Пусть ваша R очарует публику, а E оглушит. Это подготовит сцену для союзников. Бью в так! Серафина — чемпион одиночной линии, но ей нужны командные бои, а не сплит-пуш. В одиночестве ее звезда быстро закатится. Тебе не понравилось? Серафина рождена для квинтетов. Собирайте публику и жмите R. Шоу будет незабываемым. Затем оглушайте врагов с помощью E и добивайте их барабанные перепонки, сыграв на Q. Куда делись слушатели? На этом все. Вперед и с песней! Чтобы узнать больше о восходящей звезде Рунтерры, переходите по ссылкам ниже.